Здравствуйте, я Наталья Власова, ведущий визажист марки Giorgio Armani Cosmetics в России. Сегодня я расскажу о культовом макияже от Armani Smokey Eyes. На предварительно очищенную кожу наносим тональное средство Lasting Silk Foundation, которое прекрасно подходит для вечернего макияжа. Его любят звезды за идеальную стойкость даже в свете софитов. С помощью кисти номер 13 наносим тон на Т-зону и равномерно распределяем от середины. Наносим флюид-шир, в данном случае светлого оттенка, на скулу для придания сияния. Чтобы сделать лицо более рельефным, наносим шир бронз номер 1 под скулы и по контуру лица. Для придания лицу естественной свежести нанесем румяна Шер Блаш номер 3 на скулу. Прорисовываем ресничный контур карандашом для глаз номер 4 черного цвета. Кистью номер 14 растушевываем карандаш. Перед нанесением теней аккуратно припудрим века кисточкой номер 22, минеральной пудрой Loose Powder номер 1. Для глаз мы выбираем палитру Maestro номер 1. Не используйте сразу 4 оттенка одновременно. Выберите один или максимум 2 оттенка. Smokey Eyes – это прежде всего техника, а не количество используемых цветов. Для создания мягкой дымки используйте кисть номер 22. Она идеально растушует тени. Этот же цвет наносим на нижнее веко. Завершаем макияж глаз тушью Eyes to Kill. Она удлиняет ресницы и придает им объем. Техника Smokey Eyes делает взгляд глубоким и выразительным. Для губ выбираем помаду Rouge d'Armani оттенок Brown 201. Один из самых актуальных цветов этого сезона. Уникальное видение цвета Armani и богатая палитра позволит создать ваш неповторимый элегантный образ.